Здравствуйте! Сегодня я вам покажу прибавление в мою коллекцию еще на 22 растения. Эти растения у меня по обмену с Еленой Авельяновой. Канал «Вальс суккулентов» Елены Аверьяновой называется. Познакомилась я с ней в интернете и узнала, что она проживает рядом, город, 70 километров от моего города. То есть можно съездить и лично познакомиться, посмотреть растения. В этот раз растения у нас с ней по обмену. То есть она выбрала те растения, которых у нее нет. Я их ей отвезла и вернулась вот с таким прекрасным, если будет правильно сказать, уловом для себя. Поездка была 23 мая, сегодня 29, и вот только сегодня я смогла вам снять это видео. Не было времени. Я их никуда не расставляла, держала так в одном месте, чтобы потом вам это все показать. Не показать я, конечно, не могу. Вот, смотрите. Вот так вот в коробочке я их так и привезла, только они у меня были упакованы. А вот эти растения были просто черенками. Вот, смотрите. Первое, что я вам хочу показать, это Graptopetalum макдугала. Смотрите, он вот такими вот веточками. В общем, красивое растение, мне понравилось. Две опунции. Вот такая опунция. И вот такая опунция. Я очень люблю опунции. Мне нравится, как у них вот ушко на ушке вырастает. Ну, люблю я эти опунции, хотя они очень колючие. Вот она маленькая, а притронешься к ней, колючки потом долгое время ощущаешь. Вот здесь в горшочке у меня подсажена красула плауновидная. Не ложно плауновидная, а именно плауновидная. Вот она покрупнее, потолще немного. Листочки у нее сложены по-другому. Вот это эуфорбия. Вы знаете, по-моему, сосочковая. Да, сосочковая. Вот такая эуфорбия сосочковая. Эуфорбии я тоже люблю. Поэтому у меня уже появляются некоторые эуфорбии. Вот такая Graptoveria Fanfar. Вот такой вот черенок. Теперь Ice, Echeveria Ice Green. Вот такие вот деточки. Вот. Вот они уже деточки, уже красивые. И вот такой еще. Ну, здесь вот ползучая, коллизия ползучая тоже это отщипнула мне Леночка. Milky Way, Graptoveria Milky Way. Вот такие замечательные растения. Следующие 8 растений. Это вот такой седум. Седум, смотрите, какой. Ну, череночек маленький, но ничего, вырастет. Дозифилум мажор. То есть есть вот этот мелкий седум дозифилум, а этот вот такой покрупнее мажор. Вот такой седум с белыми краплениями. Называется Milky Way. Вот, смотрите, видите? Отрастают макушечки белые по принципу, как у красулы перфората, которые отрастают, они беленькие. Вот такой титанопсис. Титанопсис у меня первый. Больше у меня титанопсисов нету. Вот такой Linophyllum guttatum. Смотрите, какой красавец. Линофилумы я бы еще хотела и другие виды, но пока нигде не встречаю. Если у кого-то есть, пишите, может быть, либо поменяемся, либо я у вас куплю. Вот красула нюанская взяла еще, потому что моя как бы погибла, и там она что-то чахнет немножко. То есть, если ждать, пока разрастется моя, то это очень будет долго. А синокрасула нюанская, она мне нравится.
две фаукарии. Одна фаукария вот такая зубастенькая. Видите, вот зубчики у нее, вот она зубастенькая. И вторая без зубчиков. Вот, это как гибрид. Такая вот Эхиверия Lovely Rose. Очень мне она нравится. Смотрите, какая. Вот у нее даже какой-то или отлив, или что, она просвечивается. Вот такая красавица. Об этом растении расскажу отдельно. Это Эхиверия Компрессикоурис. Это растение Лена изначально заготовила для меня как подарок. У меня скоро день рождения, юбилей. И вот такое вот деревце, прям шикарный такой кустик. Это мне будет как подарок. И я буду помнить, что вот на юбилей мне подарила Лена вот такое растение. Поэтому я о нем говорю отдельно. Это вот такая вот красула, растет деревцем. У нее очень плотные листочки. Прям такие, как восковые, прям какие твердые, прям такие сжатые. Она переводится Эхиверия сжатая. И здесь еще вот такие шикарные растения. Это вот такая с трубочками. Трампет пинки. Я давным-давно хотела эту трампет пинки, никак не решалась ее приобрести. Вот теперь у меня есть трампет пинки. Вот это Эхиверия Суйон, которая растет замечательным деревцем. Смотрите, вот здесь такой окрас, а здесь вот такой. Она растет красивым деревцем. Ну, Эхиверию Суйон все знают, она почти у каждого есть. Вот такая Эхиверия. Черный рыцарь, не принц. Есть еще черный принц, она немножко другая. А вот такая, черный рыцарь с двумя головами. Смотрите. Я уже начинаю немного Эхиверии подкупать. То есть, ну, коллекция приумножается, сами понимаете. Вот такой седум. Седум. Это тоже можно уже подсаживать в композиции. Вот такой мелкий цветочек. Один из седума. И вот такой Адрамискус шатулатус. Вот такой листик с деточкой. Будем растить, выращивать. Вот такие растения. Ну, с учетом того, что нюанская, это у меня... Синокрасула нюанская, это дубль, то остальные все те, каких у меня не было. То есть плюс 21 вид в мою коллекцию. Спасибо всем, кто меня досмотрел до конца. Пока-пока. Жду вас на своем канале.